Друзья, всем привет! Сегодня рассмотрим вот такой вот вопросик, в какое же время лучше всего публиковать свои видеоролики. Значит, нашел я два интересных сайта, и давайте теперь сравним время публикации для начала. Значит, на первом сайте, ссылку на который я оставлю в описании, spark.ru, понедельник-среда, с 14 до 16.00, Ну, это скорее всего в московское время указано, четверг-пятница с 12 до 15, суббота-воскресенье с 9 до 11. И второй сайт postium.ru, ссылку также оставлю в описании. Значит, что тут ребята пишут? Значит, самое идеальное время вот между 14 и 16 часами, в понедельник, вторник и среду, Давайте здесь посмотрим. Здесь тоже понедельник, среда. Далее. Между 12 и 15 часами в четверг и пятницу, ну, в принципе, на том же сайте то же самое указано. И на выходные дни. Выходные дни в субботу и воскресенье. Оптимальное время для выкладывания ролика. Это промежуток между 9 и 11 утра. Смотрим, что же здесь на сайте. Ну, в принципе, информация по времени одна и та же. Все сайты, конечно же, не стал пересматривать. Так, давайте зачитаю вам статью и в конце видео расскажу вам обязательно, почему я этого не делаю. Итак, поехали. Когда лучше размещать видео на YouTube? Если вы хотите увеличить свою аудиторию, то ориентируйтесь на prime time телевидение. По данным многочисленных исследований, аудитория увеличивается и находится на пике своей активности в будние дни по вечерам. В связи с этим вторая половина буднего дня ⁇ лучшее время для размещения видео на YouTube. Количество просмотров и подписчиков заметно увеличивается в тот, в этот период дня. Самое идеальное время ⁇ это между 14 и 16 часами вечера в понедельник, вторник и среду, а также между 12 и 15 часами в четверг и пятницу. По выходным, однако, ранний ролик ⁇ лучший выбор. Исследования 120 миллионов ежемесячных просмотров, 1300 каналов показали, что в субботу и воскресенье оптимальное время для выкладывания ролика ⁇ это промежуток между 9 и 11 утра. Что касается дней недели, то самыми самым прибыльными считается четверг и пятница. Большинство зрителей YouTube ⁇ это школьники и молодежь. Эта аудитория обычно начинает свою активность в четверг. Пик активности приходится на субботу, а к воскресенью она уменьшается. Итак, ребята, сейчас обязательно дочитаю. Забыл вам сказать, подпишитесь на мой видеоканал. Если вас интересуют вопросы по бесплатному обучению на YouTube, если вы хотите зарабатывать денежки, то переходите на мой видеоканал в раздел плейлист. Там собраны видео, которые я записываю. Специально для вас, для того, чтобы вы не наступали на одни и те же грабли, на которые наступал я раньше. Итак, поехали дальше. Худшими, худшими месяцами для выкладывания видео на YouTube считаются май и сентябрь. Эти месяцы считаются переходными для большинства пользователей. Это окончание или начало посещения школ, университетов, экзамена, начало спортивных сезонов, каникул и так далее. Чаще всего людям не до интернета в такие периоды. Да, особенно я заметил это в летний период, когда начинается уже сезон отдыха. Люди, большинство людей, едут на море отдыхать. Какой там YouTube. Но и на море бывает делать нечего. Вечером хочется посмотреть ютубчик какие-то каналы. Так, однако размер аудитории не единственный показатель, который создатель контента на YouTube должен учитывать. Также важное значение имеет колебания цен на рекламу. В течение всего календарного года для тех, кто является партнерами YouTube. По данным исследования, в прошлом году цены достигли своего пика в середине и конце марта, стали средними с середины мая до конца июня, поднялись в августе, дошли до максимума в сентябре и остались высокими на протяжении октября, ноября и декабря. Учитывайте все перечисленные особенности. А самое главное, не бойтесь экспериментов и ищите лучшее время для публикации видео на YouTube, конкретно для вашего канала. И тогда вы очень быстро обретете популярность и сможете зарабатывать на своем хобби. Итак, все ссылки будут в описании. Сейчас я вам покажу быстренько плейлист и расскажу вам, почему я не использую время. В принципе, я так сильно не заморачиваюсь, потому что... Потому что, потому что это нужно специально выделять время. вот. А времени, как всегда, не хватает. Поэтому именно подстраиваться под эти графики я не привык. Ну, в принципе, наверное, не буду. Наверное, не буду. Может быть, в будущем подстроюсь. Вот он, плейлист YouTube. Итак, перейдем сейчас в этот плейлист. Я вам быстренько покажу, что тут есть и расскажу, значит, продолжу рассказ свой по поводу того, что я не ориентируюсь на время, я выкладываю тогда, когда мне удобно. Так, нажму на паузу, перейду на свой сейчас плейлист, нормально, чтобы он открылся. Во время записи все тупит, тормозит, поэтому просьба подождать. Так, все дальше, видите, разговариваю, разговариваю, никак пауза не нажмется. Итак. Ура! Я перешел в свой плейлист. Итак, плейлист называется YouTube. Если вы начинающий видеоблогер или уже блогер, да куда же я меня перекинула? Или блогер со стажем уже с таким, да, небольшим или большим, то не мешало бы посмотреть мои видеоролики. Есть какой-то у меня опыт. Все это проверил лично. Вот, допустим, Классный видеоролик, если вы только начинаете. Как набрать тысячу подписчиков на свой канал, чтобы включить монетизацию. Раньше, конечно, было проще. Раньше было всего лишь 100 подписчиков нужно было на канале, чтобы активировать монетизацию. А сейчас, сейчас аж целая штука. И это сделать очень трудно. Посмотрите. А так, теперь вернусь, а сейчас вернусь к своему рассказу, почему я не использую время. А почему? А потому, что я считаю, я считаю... Сейчас вам покажу, что я считаю, где этот видеоролик. Так, так, так. Где-то он, наверное, на задних позициях. Так, я считаю, что мой видеоролик, который я публикую вот сегодня, людям могут просмотреть в любое удобное для них время. Почему? Потому что я делаю в своем видеоролике SEO-оптимизацию перед его загрузкой на YouTube-канал. Вот в этом видео SEO оптимизация 2020 я рассказал, как я делаю SEO оптимизацию для своих видеороликов, как я делаю, значит, прописывая метатеги, прописываю описание, прописывая заголовки и т.д. и т.п. Посмотрите. И человек, который заинтересован в поиске нужной ему темы, допустим, по SEO-оптимизации видео на YouTube в 2020 году, да, он по определенным метаданным, по метатегам и т.д. и т.п. он найдет мой видеоролик рано или поздно. Поэтому аудитория на ютубе очень большая. Каждый ежеминутно, даже наверное, ежесекундно что-то там ищет. Какие-то передачи, какие-то новости, какие-то лайфхаки, какие-то кулинарные рецепты и так далее. И по-любому, ну, в общем, аудитории хватит для того, чтобы нашли ваш видеоролик. Главное правильно все прописать. И для меня не важно в какое время будет загружен, загружено мое видео. Для меня важно, чтобы ролик, соотве... ролик соответствовал всем данным, чтобы все было четко и понятно в нем прописано, сказано. И тем самым мой этот видеоролик выведется в поисковые системы Яндекс, Google, Mail.ru и другие. А также мой ролик увидят в социальных сетях. сетях. В общем, аудитория для просмотра по-любому будет везде. И через социальные сети, и через поисковые системы, и через сам видеохостинг YouTube. Поэтому я правильно прописываю все метаданные, делая правильно SEO-оптимизацию видео. И поэтому я не переживаю насчет времени, когда же лучше всего публиковать свой видеоролик. Вот такой вот видос, ребята. Если у вас какие-то возникли вопросы, обязательно пишите мне в комментариях. Желательно в комментариях под тем видеороликом, который вы смотрите, чтобы я хотя бы понимал, о чем этот видеоролик и под каким видео ваш вопрос. Потому что бывают люди задают вопросы совсем под другими роликами, потом приходится включать голову и призадумываться, откуда же поступил вопрос и на какую тему. Поэтому Старайтесь писать вопрос свой подробно. Если, если сомневаетесь, допустим, что ну, допустим, вы отправили да, свой вопрос через YouTube и потом перепроверили, перезагрузили страницу, бывает такое, что вопросы исчезают. Они бывают, значит, алгоритмы YouTube по каким-то критериям ваш, ваш комментарий могут отправить мне в спам. И в спам я захожу очень редко просматривая комментарии, поэтому вы можете продублировать свой вопрос в мою группу ВКонтакте, написать мне личные сообщения, я вам обязательно помогу в решении вашего вопроса. А на этом все. Вот такой вот видеоролик. Я ни в коем случае не, не, значит, не пытаюсь вас переубедить в том, чтобы вы не загружали, не загружали в определенное время ролики, вы можете следовать, конечно же, рекомендациям, которые вот я зачитывал на сайте. Это дело, конечно же, ваше, но я считаю, что в первую очередь у вас должна быть сделана правильно SEO-оптимизация вашего видео. А остальное все уже это мелочи жизни. Всем до новых встреч, пока.